Ну и не удержусь, конечно же, и покажу вам процесс залития вот этого вот. Чудо, что у меня получилось. Вот. Блин, пальцами дотронулся. Фейл, короче, получился. Ну ничего, как-то выкручусь. Ничего, как-то выкручусь. Вот. Нормально. Блин. Капец полный, смотрите. Переборщил я. Капец, как переборщил. Так, вот как-то так. Ух, такая вот сопля, конечно, получилась. Эх. Что поделать? Я не волшебник, я только учусь. Вот, буду ждать, пока подсохнет. Теперь, думаю, должно держать нормально. Так как здесь много клея, то он сохнет немного.